Ну вот Карина. В мае месяце мы ее покрывали жеребцом. И сегодня она показала, что она не покрыта. Жеребец сегодня на него лазил. Сейчас опять будем показывать вам, что она гуляет. Жеребец по ней лазит. Вот. Так бывает, что не покрываются лошади. С первого, со второго раза. Надо время. Теща тоже у нас походу загуляла. Куда иди? Ну пошел. Теща он стоит. Сегодня должны мы покрыть ее. Карина гуляет. Вон две кобылы у нас гуляют. Он с ними сейчас занимается. Была теща вообще на жеребца похожа и цветом. Ребята очень красивые будут от нее. Теща лезет к жеребцу, показывает ему, что она гуляет. Два раза сегодня он на Карину сходил, на тещу у него уже не хватит сил, может завтра пойдет. Смотрите, будет продолжение.